как из омешки стать чадом? Ну, вот, в первую очередь нужно перестать задаваться таким вопросом и начать чувствовать себя в своей тарелке, в собственной шкуре. Прошу прощения за такую сложную формулировку. Вам должно быть хорошо наедине с собой. Вот если вам не в смысле одному, а в смысле с самим собой комфортно, вы должны перестать походить на других и создать собственную идентичность, которая вас будет полностью устраивать. Вот чады и омешки, они отличаются этим. Омешки смотрят на других и хотят быть похожими на других. А чады хотят... А чады проецируют уверенность и скорее вдохновляют других быть похожими на себя. И это принципиальная разница. Научитесь слушать критику, но не воспринимать ее близко к сердцу. И определяйте... И постарайтесь определить, чья критика заслуживает внимания и того, чтобы к ней прислушиваться, а чья критика вам должна быть безразлична. Это вообще самый важный навык, потому что есть две крайности. Они в равной степени разрушительный характер носят для человека. Первая крайность – это когда человек принимает близко к сердцу любой мотив в свой адрес. И вторая крайность – это когда человек в принципе относится к любой критики в свой адрес как к чему-то негативному и не прислушивается к ней вообще. Вот золотая середина, неправильно называть ее серединой, это просто что-то, что с опытом приходит. Вам нужно определить людей, которые заслуживают вашего уважения. И до тех пор, это ключевая фраза, до тех пор, пока они заслуживают вашего уважения, если вы видите, что они начинают критически к вам относиться, и вы видите, что их критика справедлива, в этот момент, возможно, стоит начать менять себя. Не потому, что они вас критикуют. Вот, которых вы уважаете, чья компания вам дорога, чья симпатия вам дорога, и чью дружбу вы хотите разделять. Вот в этом случае имеет смысл каким-то образом менять себя. И одновременно с этим абсолютно наплевательски относиться к критике людей, которые вам абсолютно безразличны. Вот мне безразлично 99.9, там много-много девяток слов, которые сыпятся в мой адрес, потому что мне эти люди безразличны. Если мне безразличен человек, мне абсолютно безразличны его слова в мой адрес. Они не способны меня оскорбить, они не способны меня задеть. Наоборот, они меня очень сильно радуют. Потому что когда безразличные мне люди меня обсуждают, это значит, что я живу бесплатно в их голове, занимаю в их жизни какое-то место. Я люблю в чужих жизнях занимать какое-то значительное место. Мне это в кайф. Поэтому я обожаю читать своих хейтеров, например. Но их слова не оказывают на меня никакого эффекта. И наоборот, есть люди, их очень мало, но это люди, которым я искренне симпатизирую, которых я искренне уважаю. И вот к их словам я прислушиваюсь, и их слова способны повлиять в том числе и на мое поведение, способны заставить меня посмотреть на то, что я говорю, или то, что я делаю под другим углом. Но это доступно только им, больше никому. И более того, да, люди могут такими людьми становиться и переставать ими быть тоже, когда я вижу, что человек предает там свои идеалы, начинает себе противоречить, начинает руководствоваться низшим злым умыслом, например. Такое тоже бывает. Огромное количество людей были в моей орбите в какой-то момент, к мнению которых я прислушивался, и в какой-то момент я в них разочаровался, и в момент, когда я в них разочаровался, их мнение мне стало полностью безразличным. И вот эта вот грань, умение прислушиваться к порядочным людям, умение прислушиваться к людям, которые для вас что-то значат, и в то же время полное безразличие ко мнению людей, которые для вас ничего не значат, это то, что делает вас чадом.